Здравствуйте, уважаемые зрители! Небольшое видео по связке Archicad Grasshopper Live Connection о том, как можно как-то визуально, интерактивно разнообразить наши с вами проекты. То есть, предположим, у нас есть какой-то условный план, то есть там площади зонами посчитаны, и благодаря Grasshopper мы можем... Благодаря Grasshopper мы можем поиметь интересную наглядную инфографику по площадям, по объемам там и так далее. Вот, то есть скрипт. Тут небольшой скрипт, вы его можете найти в разделе уже несколько дней. Видео лежит в разделе спонсорского контента. Вот, там коротенькое видео, под видео ссылка для скачивания. Поэтому подписывайтесь и пользуйтесь, там много еще чего интересного уже выложено. Итак, то есть у нас есть зоны какие-то, мы запустили коннектор. Вот. Берем зону. Здесь нормально срабатывает. Несколько зон. Так, сейчас выделили. Тоже нормально срабатывает. По-конченному очень работает. Так, вот наши зоны. Тут, кстати, сразу объем можно выводить. Законнектилось, отлично. Так, стоп, чтобы не спалить скрипт. Пам-пам-пам-пам-пам. Теперь надо поиметь данные. Параметры зоны. Давайте глянем. Как мы их можем вывести? Вообще посмотрим, что они нам дадут. Да, это понятно, мы не кретины. Окей. То есть нам нужна вообще площадь. Так не соединится, естественно, это я стебусь, конечно. Видите, у нас есть зона, и у нас есть, для нее можно площадь. В принципе, у нас есть полигон. И мы можем при помощи нода Geometry. Мы можем из полигона автоматически даже вывести, на самом деле, хоба. И вот у нас вылазит инфографика такая. То есть вот сейчас я изменю площадь. Работает оно, как мы помним, по-конченному, поэтому проще отключить и снова включить. Видите, график пересчитался. Сейчас так сильно еще увеличим. То есть таким вот образом оно работает. Вот вещь достаточно интересная, полезная. Можно все наглядно какие-то данные выводить. Может, кому-то это из вас пригодится, поэтому еще раз напоминаю, переходим в раздел спонсорских подписок. И там еще много чего интересного можно найти.